продюсерский центр «Русская гармонь» и Александр Ганичев представляют русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья, любители русской песни, русской гармонии, русского баяна. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на канале «Жар птица» и я ее ведущий Александр Ганичев. Сегодня у нас в гостях гостья из Карелии, Римма Крапивина. Знакомьтесь, приветствую, Римма. Здравствуйте. Да, мы уже давно знакомы. Ну и, конечно, наш штатный баянист нашего центра «Русская гармонь» Денис Голуб, Республика Беларусь, гармонист России. Приветствую. Здравствуйте. Мы некоторое время тому назад приехали в Карелию с гастролями, встретились с Риммой. Я знаю, что Римма очень хорошая певица. Да, ведь, Римма, сколько уже лет песни русской отдано? Ну, на Пудожской сцене уже 31 год. 31 год. Есть такой город Пудож в Республике Карелия. Вот там Римма живет. Но об этом мы чуть поговорим попозже. А сейчас давайте сразу начнем с песни. И, наверное, с одной из самых любимых песен и моих, и нашего народа. «Гляжу в озера синие». Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Thank you.
грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Римма Крапивина, Республика Карелия, город Пудож. Очень приятно видеть. Я нашим телезрителям открою небольшой секрет. Мы совсем недавно приехали в Карелию, а мы всегда приезжаем к Римме в гости, к ней домой. Уже много-много-много лет и дружим. И вот когда речь зашла о том, чтобы принять участие в съемках, Римма говорит, а кто же мне сыграет на баяне? Я говорю, у нас есть Денис Голуб, который сыграет все и всем. Я их только познакомил по телефону. Они порепетировали по телефону всего лишь два раза. Они ни только... разу. А, ни разу ни не репетировали. Разу не только сейчас перед съемками, да. И вот все только полный экспромт. Буквально перед передачей чуть-чуть они поиграли. Вот что значит профессионалы. А я расскажу, как мы приехали, Римма. Вот это целая история. Это было 12 лет тому назад, как мы познакомились. Вот какие карельские люди. Вот послушайте. Приезжаем мы, ведь так было дело-то, да? Было. Отработали мы в Пудоже, в городе Пудож, концерт. И собрались идти ночевать в гостиницу. Вдруг подбегает женщина, это оказалась Римма, и говорит, вы где будете ночевать? Я говорю, в гостинице. Она говорит, ни в коем случае, я сейчас домой сбегаю, детей, внуков выгоню, и пойдете ко мне все. И убежала. Через 5 минут, говорит, 10 минут, подождите. Мы стоим, и я себе представляю, что сейчас мы подъезжаем с гармошками к Римминому дому, а оттуда... Толпа детей и внуков с горючими слезами выходят, плачут, а мы с гармониями заходим, здравствуйте, мы пришли. И вот в результате детей и внуков выгнать не удалось, они все равно остались, но вот так вот мы приехали, подружились, и с таким удовольствием всегда приезжаем в ваш Карельский край. А ведь край озер, вот не зря же начали с песни, да, «Гляжу в озера сиди». А поете ведь песни разные там у себя, да? Конечно. А есть у вас... Народные, пудожские вот, поем. Народная, пудожская, даже да. Без сопровождения? Да, конечно. А какая? Лучше бы я девушка с похомушкой жила. Вот как. Вот. Ну, послушаем. Лучше бы я девушка с похомушкой жила, ой, с утра до вечера улицу мила, и с утра до вечера улицу мила, ой, мила-мила улицу распахивала, мила-мила улицу распахивала. Ой, старому урядничку показывала, старому урядничку показывала. Ой, вот тебе, урядничок, улица чиста. Вот тебе, урядничок, улица чиста, ой, чиста-чиста улица распаханная, чиста-чиста улица распаханная, ой, с этой чистой улицы я хлеба не ела, с этой чистой улицы я хлеба не ела. Ой, кофеечку грешного с месяц не пила, кофеечку грешная с месяц не пила. Ой, сварила на донушке, тое спролила, сварила на донушке, тое спролила.
Ой, рассержусь на батюшку, я на своего. Рассержусь на батюшку, я на своего. Ой, 3 года я к батюшке в дом и не войду. 3 года я к батюшке в дом и не войду. Ой, на 4-й годичок пташкой залечу. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на канале «Жар птица». Римма Крапивина, Республика Карелия. Гармонист России Денис Голуб, Беларусь. Поем песни, разговариваем о Карелии. Конечно, благодатный край, край озер. Вот мы сколько ездим по Карелии, и я всегда любуюсь. Это счастье вот там жить. Конечно, ну, может быть, по природе, по погоде немножко похолоднее, чем где-то в других местах. Но я знаю, что вы там счастливы. И есть ведь песни о Карелии? Да, конечно. Недавно, вот 2 года назад, наша редактор журнала «Север» Елена Петелянин написала слова Карелия, отдала мне, я отдала композитору из Ижевска Виктору Яковлеву, и он написал песню «Карелия». Прекрасно. Вот так. Песня «Карелия». Карелия, гостеприимный край, распахнуты объятья стархелей, чарует душу кантели игра и белый танец северных метелей. Карелия, купель семи ветров, играющих волнами в Белом море, хозяйка кораблей и катеров, подруга в задушевном разговоре. А городов зовущие огни сверкают, как алмазы в ожерелье. Карелия, души моей родни, ты жизнь моя, судьба моя, Карелия. Карелия, души моей родни, ты жизнь моя, судьба моя, Карелия. Глядят во небо кижей купола, над Ладогой плывет звон Валаама. С Карелией делю я пополам печаль и радость, как их делят с мамой. Карелия, любовь моих очей, ты как невеста празднично прекрасна, фата из белых кружевных ночей. И в косах ленты рек твоих атласных, а городов зовущие огни сверкают, как алмазы в ожерелье. Карелия, души моей родни, ты жизнь моя, судьба моя, Карелия. Карелия, души моей родни, ты жизнь моя, судьба моя, Карелия. Поем о Карелии, говорим о Карелии. Ведь любишь Карелию, Римма, да? Конечно. До невозможности, наверное. А какая красота, когда у вас журавли летят. Наверное, целый ведь вот, клин за клином, да? Клин за клином. И знаю, что песня есть «Журавли». Да. А кто написал? Ваша землячка Татьяна Мирчук. А землячка моя откуда? Потому что я... С Вологодской области. А, вот все уже знают, что я вологодский. Моя землячка. Да, Татьяна Мирчук. Татьяна Мирчук. Санинского моста. Песня «Журавли». А Санинского моста, между прочим, вот, во-первых, передаем привет всему Анинскому мосту. Мой дед, погибший на фронте в 43-м году, уходил на войну из Анинского моста. Они там жили совсем недалеко.
и мы приезжаем, у меня там живут родственники, пользуясь случаем еще, вот уж и служебным своим положением, передаю привет своей сестре, которая там живет, населенный пункт называется Павшозеро, Любовь Ивановна Панякова. Большой привет, обещал привет передать, передаю. Тем более, что у нас сегодня передача с карельской певицей. Журавли! Улетают журавли, покидают край родимый, на другой конец земли, зимним холодом гонимы, и курлычут надо мной, словно вдаль зовут с собою, не понять им край родной, как расстанусь я с тобою, не понять им край родной, как расстанусь я с тобою. Возвращайтесь по весне на родимые болота, ну а я порой во сне ощущаю власть полета и лечу за вами вслед. Повидать иные страны, голубой встречать рассвет, за моря и океаны, голубой встречать рассвет, за моря и океаны. Влетите, журавли, я вам вслед махну рукою, без отеческой земли мне нигде не знать покоя, но однажды в январе мне приснится ночью длинной, что опять из-за морей журавли вернулись к линам, что опять из-за морей журавли вернулись к линам. Какая красивая песня, а? Вот они, а ведь там Вологодская, Карелия, это же 100 километров, и природа одинакова. Клюквы набрали в этот год? Набрали. Вот интересно, в Карелии клюква размером больше, чем в Вологодской области, или нет? В мясорубку влезает, по крайней мере? Влезает. Влезает, и то слава богу. Но очень вкусные ягоды карельские. И вообще вот наша северная ягода, у нас же песня такая есть со Светланой Калачевой, наша северная ягода, они, конечно, по вкусу не передать. И морожка, и клюква, и брусника. И ведь знаю, что есть песня про клюкву. Конечно. Автор тоже и музыки, и слов Татьяна Мирчук. Татьяна Мирчук, песня «Клюква» исполняет Римма Крапивина и аккомпанирует гармонист России Денис Голуб. Выбрана клюковка крупная, мелочь болоту оставлена. Осень тихонечко стукнула в окна, закрытые ставнями. Дворик засыпанный листьями, травы последние скошены. В это поверить немыслимо, но мы расстались, хороший мой. В это поверить немыслимо, но мы расстались, хороший мой. Вместе болотом мы мерили, ягоду брали отменную, сказку красивую верили, только слегка современную. Мокнут дорожки под окнами, ветер швыряется листьями, смотрит глазами зелеными. Озеро в небушко мглистое смотрит глазами зелеными. Озеро в небушко мглистое. Сыплются белые звездочки, тают в воде неприметные. Там, где мы плавали в лодочке, возле болотца заветного, осень, пора расставания. Это не нами придумано,
кончились наши свидания. Чувства, как листики, сдунула. Кончились наши свидания. Чувства, как листики, сдунула. Выбрана клюковка крупная, мелочь болоту оставлена. Осень тихонечко стукнула в окна, закрытые ставнями. Будет ли клюковка сладкою, если ударит морозами? Дом твой над речкою гладкою, мой под большими березами. Дом твой над речкою гладкою, мой под большими березами. Русская народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жар птица». Гости сегодня из Карелии. Римма Крапивина, певица из города Пудож. И к нам присоединилась еще Елена Захажевская. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Елена, автор песен, которые исполняет Римма Крапивина. Несколько песен у нее, вот именно стихи и музыка ваши, ведь, да? Стихи и музыка мои. А вы работаете в Пудоже, ведь живете, да, там же? Я работаю в Пудоже, живу в Пудоже, работала очень много лет учителем, а сейчас работаю научным сотрудником в Пудожском музее. Вот. Господи, кого у нас только нет у русской гармонии. Я уже говорил, в каждой передаче говорю, что мы показываем людей, которые поют, играют и любят, любят гармонь, любят русскую песню, но не профессионалы. И у нас же, я говорю, есть тракторист русской гармонии, у нас есть старший прапорщик русской гармонии, у нас еще не было научного сотрудника русской гармонии, наконец-то у нас появился научный сотрудник. И я еще хочу сказать, что Елена прекрасный художник, она такие классные картины рисует, поэтому, если что, обращайтесь, я телефончик дам. Договорились? Договорились. И какую вы нам песню сейчас споете, вот вашу? За Онежский календарь. Вы знаете, у нас есть такая примета, что календарь считает лето. То есть цветочки цветут, цветут, добегают до верхушечки, и лето заканчивается. Так вот наш за Онежский календарь, о нем песня. Иван-чай. Поем? Карельское лето торопится, старается все успеть. Вот белые ночи окончатся, а там и морожки поспеть. А там вырастать согретыми стогам и грибам пора. А там любоваться рассветами на берегу костра. А нам любоваться рассветами на берегу костра. Тихонечко день убывает, и август придет невзначай. Короткое лето цветками считает наш календарь Иван-чай. Короткое лето цветками считает наш календарь Иван-чай. Карельское лето торопится, и нам бы успеть за ним. Малиновым цветом наполнятся июльские теплые дни. Цветов соберем с подружками на зимний каторский чай. Подольше гори над опушками, и лето не отпускай. Подольше гори над опушками, и лето не отпускай. Стремительно день убывает, а лети скучай, не скучай. Пушинками белыми в поле летает наш календарь Иван-чай. Пушинками белыми в поле летает наш календарь Иван-чай. Yeah.
Русская народная передача «Гармонисты России», гости из Карелии, штатный наш аккомпаниатор Центра «Русская гармонь», гармонист России Денис Голуб. Хорошо, девочки, сидим, поем песни карельские, карельских авторов. И вот Римма Крапивина, певица карельская, и Елена Захажевская, поэтесса карельская, причем не просто поэтесса, а еще ведь собирательница старины карельской. Вот сейчас я попрошу, Елен, поговорите, пожалуйста, мне по-карельски. Интересно, я пойму, что или нет? Ну, самое простое и традиционное. По ока цай фурандала пара ход за губу ушу свистал, а билеты-то в кармане. Билеты в кармане я понял, а дальше я ничего не понял. Говорю медленно. Пока чай фурандала пароход за губу уж усвистал. Пока чай пила, а чай у нас пили по 10 чашек. Горячий, долго, вытирались полотенцем. И, конечно, пока чай с удовольствием пила, пароход за губу усвистал. Губа – это залив длинный. Все, пароход ушел, а билеты-то в кармане. В общем, чай у вас не пьют, а фурандают. Фурандают. Да. Вот, я уже тоже начал учить карельский язык. Ну, спойте нам еще что-нибудь, а? Ну, еще тогда песня «Осень». Наверное, она не только о времени года, но и о времени жизни. «Осень». Самое грустное слово на свете – осень. Лето сгорает в огне листопада, впрочем. Только теперь ощущаешь пьянящую свежесть. Только теперь познаешь затаенную нежность. И стоишь просветленный в потоках янтарного света, и уже не жалеешь, как прежде сгоревшего лета, и стоишь просветленный в потоках янтарного света, и уже не жалеешь, как прежде сгоревшего лета. Помнишь, по листьям шурша, как листаешь страницы книги когда-то любимых стихов, только осень вдруг отпускает украдкой, как грустную птицу, душу твою птичьим стаям студеную просень. И стоишь просветленный как янтарного света, и уже не жалеешь, как прежде сгоревшего лета, и летишь просветленный в потоках янтарного света, и уже не жалеешь, как прежде сгоревшего лета. Девушки, какие вы поете красивые песни, я вам скажу, авторские песни. А я лично, я больше всего в этой жизни среди артистов ценю авторство, потому что это очень здорово. И сейчас много же новых песен стало появляться на самые-самые различные темы. Ну что, потихонечку наша передача уже идет к своему логическому завершению. И я вас хочу попросить сказать пожелания нашим телезрителям. Но в первую очередь хочется пожелать всем-всем людям мира, солнца, света, хлеба в достаточном количестве, чтобы у всех были, чтобы все были сытыми, здоровыми. И, конечно, вдохновение для всех людей. Пусть мир радуется песням. Да, я полностью поддерживаю мира, тепла, добра, теплоты в семье, дружбы, такой вот, как с вами, чтобы гармонисты всей России объединились и пели, чтобы вся Россия пела и плясала. Вся Россия и будет петь. Дай она Бог, пела, дай поет Бог. И будет петь. Да, вот и мы споем. Вот, Римма,
еще спрошу, какая у твоей мамы была самая любимая песня? «Мой костер». «Мой костер». Светит. Давайте споем все вместе. Вместе с нашими... Я ее с детства с мамой пела. Споем вместе с нашими телезрителями. «Мой костер в тумане светит». Костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом свяжи, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Вспоминай, коли другая, друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер уж догорает, мой костер уже погас. Поцелуй, мой друг любимый, поцелуй в последний раз. Поцелуй, мой друг любимый, поцелуй в последний раз. А на завтра с позаранок путь далеко, милый мой, я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодняшние наши гости из Республики Карелия, город Пудож, певица Римма Крапивина и поэтесса Елена Захажевская, аккомпаниатор, прошу любить и жаловать всегда, гармонист России Денис Голуб. До свидания, дорогие друзья, всего вам доброго. Центр «Русская гармонь».